Итак, добрый день, дорогие мои. С вами сегодня Рыжая Бестия и домовенок Кузя. А это значит, что у нас кулинарное шоу. И сегодня мы научим вас готовить фарш по-флотски, то есть с овощами. Итак, что нам для этого нужно? Для этого нам нужно взять фарш говяжий. Фарш говяжий. Сейчас идет Успенский пост, значит, фарш говяжий должен быть постным, постным. Фарш говяжий берем, сколько тут грамм? 400, ну 400 грамм берем. Фарш говяжий. Запомнили? Кто не запомнил, запишите. Далее у нас помидоры. Помидоры, то есть томаты. Количество 3 штуки. Средних, среднеувесистых помидор. Далее нам нужно луковицу одну, репчатую луковицу. Видите, вот она, золотисто-желтая такая, как я. И нам нужны перцы. Перцы сладкие, такие сладкие болгарские перцы. Перец блонди они называются. Перец блонди нам нужен в количестве. Ну, я беру на сковородку 4-5 штучек таких средних увесистых. Далее, нам с вами не обойтись без зелени. Нам нужна зелень сушеная петрушки. Нам нужна зелень сушеная укропа. Укропа, зелень сушеная. Нам нужна зелень базилик. Сушеный базилик обязательно нам нужен. И нам нужна вот такая приправа. Видите? Приправа, Котя, не балуйся. Для мясного фарша. Видите, приправа специальная. Написано для мясного фарша. Фирма «Волшебное дерево». Magic Tree. Magic Tree. Не переключайтесь. Начинается самое интересное. И снова здравствуйте, мои чайные домохозяйки. Вот сейчас мы с вами посмотрим на то, как мы подготовились. То есть мы подготовили заранее все ингредиенты. Вот так мы порезали помидоры. Вот так мы порезали лучок зеленый и репчатый. Вот так у нас порезаны хаотично. Гениально хаотично у нас вот так порезаны перцы болгарские. Можно дольками, можно по спирали, можно как хотите. И вот мы выложили в тарелочку отдельно говяжий постный фарш. Что дальше? Дальше лезем в духовку за сковородкой. Что же мы теперь делаем с вами? А теперь мы выкладываем фарш на сковородку. То есть взяли фарш. Но как мы будем его выкладывать? Объясняю. Очень хаотично. Он у нас не замороженный. Он у нас вот такой вот. Вот такой. И вот так мы на сковородку просто его крошим. Мы его крошим вот так вот на сковородку. Очень бережно, нежно, культурно и ласково. Самое главное, ласково. Крошим фарш на нашу сковородочку с вами. Вот так. И так до бесконечности, пока не кончится фарш, мы его крошим, потом покажу. Мои дорогие отчаянные домохозяйки, посмотрите внимательно. Вот мы взяли сковородку. Вот так вот мы весь фарш на сковородку размяли, раскрошили. Помяли, покрошили фарш на сковородку. Добавили масло. Видите? Масло есть там вот на сковородочке. И фарш. Пока больше ничего нет. Теперь, мои дорогие, берем в руку, в правую руку берем зажигалку. И включаем газ.
Дави на газ, давай, мой мальчик, дави на газ. Все будет джаз, я знаю точно, все будет джаз. Идем танцевать. А вы как думали? Что самое главное в процессе готовки? Готовить с душой. Включил сковородку, выложил мясо, масло налил и танцуй. Танцуй, пока молодой, зайчик, танцуй, пока молодой. Сейчас мы лук будем выкладывать. Лук, видите, репчатый вот такой. Репчатый. Ой, блядь, упал. Лук упал на пол. Теперь убираться. Репчатый лук. Мы вот так вот аккуратненько, красиво. Красиво, не просто так вывернули, блядь, из тарелки, а красиво. Выкладываем лук в сковородку. Выкладываем. Кулинария — это просто какое-то счастье. Это столько удовольствия, это просто праздник какой-то. Праздник для души, представляете? И для прочих органов, кстати. Для всех органов. Да-да, дорогие мои. Вы же знаете путь к сердцу мужчины лежит как? Ой, блядь, горит уже. Что же вы не говорите, у меня горит, все, а вы молчите. Путь к сердцу мужчины лежит через желудок. То есть, не покормишь, не поедешь. Поэтому мы эту тарелку поставим. Сейчас вам покажу все. Не волнуйтесь, будет хорошо. Вот видите, как у нас все красиво. Вот, как у нас красиво все. Как у нас все интересно, забавно. Все это обжаривается. Обжаривается это все, и вот так мы ложкой все это расхэкаем, сейчас похэкаем, перехэкаем. Видите, уже мяско маленько схватилось, фарш уже нас маленько, у нас схватился фарш. Видите? Видите или нет? Хоть напишите что-нибудь. Вот, и с луком мы фарш вот этот так вот пережариваем, перемешиваем, так. Пережариваем, перемешиваем. Вот. Пока это все жарится, идем танцевать. Казачка Надя черта не боится и не боится в омут с головой. Казачка Надя стала певчей птицей. Казачка Надя, пой, родная, пой. Теперь можно солить. В этот момент мы посолили, добавили немного соли туда, все перемешали хорошенько. И продолжаем наше действо. Не переключайтесь. Ну что, мои красотки, вы видите, фарш уже наш такой стал коричневый, золотистый такой. Уже маленько, ну надо еще маленько чуть подмешать. Вот, потому что его... много. Семья-то большая. Да два человека, все мужиков-то. Отец мой, да муж. Все мы вот так перемешиваем, чтобы все равномерно у нас схватывалось. Соль у нас уже добавлена. Вот мяско у нас сок дало, видите, мяско, лучок дает сок. И в этом соке, мы все будем... томить, четушить. Не переключайтесь. Пеньюар императрицы повидал немало на своем веку. Кавалеров вереницы навевают на нее теперь тоску.
Только сердцу не прикажешь, сердце хочет продолжения любви. И веселый экипаж его носит на окраины Москвы. И там шальная императрица бросает перед сковородку, забывая обо всем, как будто вечно он будет длиться, как будто разочарование не наступит никогда. Короче, прямо с тарелки вот так перец сюда. Весь вываливаем, весь вываливаем. Сейчас покажу. Сейчас покажу, что значит вываливать весь. Вываливать весь, значит вот. Вот видите, что значит вываливать весь. Вывалили весь перец сюда в сковородку. Ой, не вылазит, не влазит, не вылазит, не входит, не выходит. И, короче, вот начинаем так же все перемешивать, перемешивать, перемешивать. Перец, мясо, лук, все. Вся фишка в чем? Что мы постоянно стоим у плиты, и все, что на сковородке, все, что кладем туда, все перемешиваем тщательнейшим образом. Все это мы перемешиваем с вами. Вот так и вот так. Не переключайтесь, красотки. Я никуда не ушла. Вот наши с вами перцы, видите, какие стали? Они очень быстро они тушатся. Перцы дают сок, очень много сока. Больше перца, больше сока. Вот. Теперь мы переходим почти, к почти завершающему этапу нашей финиталя комедии. А теперь, дорогие мои, берем наши помидоры, нарезанные томаты, и также нежные, очень нежные, хаотично выкладываем на сковородочку. Помидоры кладем в последнюю очередь, чтобы они, потому что они самые эти самые, потому что они очень быстро они разжариваются, очень быстро они станут мягкими у нас, нежными, вкусными. И счастливыми, самое главное. Так, помидоры. Помидоры мы положили. И также все аккуратно. У нас уже почти целая сковорода, поэтому все делаем аккуратно, чтобы ничего не упало на пол. Ни капли в рот. Вот, смотрите. Сейчас я вам покажу. Сейчас мне самой интересно. Интересно ли вам? Сейчас покажу. Сейчас побачите у меня. Сейчас вы у меня побачите. Побачите. Бачите, як гарно. Якая красота, боже ж мій. А запах, какой запах стоит у меня на кухне, боже мой. Боже мой. Ой, господи, можно сойти с ума от этого запаха. Смотрите. Видите? Я ли не королева кулинарии? И теперь завершающий момент. Мы добавляем в сковородку петрушку добавил. Ла, петрушку добавила. А коморочка повыйду. Так, петрушка, укроп, базилик. И вот в последнюю очередь вот такую специальную приправу, еще раз напомню вам, для мясного фарша. Очень вкусная. Сюда входит соль морская, кориандр, горчица, чеснок, лук, паприка, перец черный, перец белый, перец душистый, перец красный, мускатный орех, майоран. Вот. Не переключайтесь, мои дорогие. В общем, вот так, дорогие мои. Наливаем, чуть-чуть наливаем водички, бонаква, можно аква минерале без газов. Вот сюда.
И начинаем маленько вот на медленном-медленном огне, угонек убавляем. Начинаем вот так тушить. Боже мой, какая красота. Ой, мужа за уши не оттащишь. Так что готовьте по моему рецепту. А я побегу сейчас делать фотку в Инстаграм. Кулинарную, свежую, гениальную. Пока-пока, мои дорогие. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, записывайте рецепт. Всех целую, всех люблю.